Одно из крупнейших приборостроительных предприятий страны «Эллар» отметило 50-летие. Продукция завода известна ведущим корпорациям страны в сфере авиационного, железнодорожного, автомобильного производства. На праздник пригласили партнеров предприятия. Это более 150 гостей со всей России. С какими показателями подошел завод к полувековому юбилею в нашем сюжете? Высокая точность на всех этапах производства, начиная от механического цеха до сбора готовых плат. За последние 10 лет на заводе в техническое перевооружение вложили 1 300 000 000 рублей. На этом предприятии все очень гармонично. Очень высококвалифицированный персонал, очень хорошая технологическая база. Вот, поэтому обновление, оно проходит практически непрерывно. Продукция «Эллары» хорошо известна авиастроителям. Сотрудничество компании «Сухой» с заводом началось как раз полвека назад. И по сей день чебоксарским приборостроителям доверяют самые сложные задачи. «Эллара» сейчас системой КСУ, комплексная система управления самолетом, вот, присутствует на новейшем истребителе 5-го поколения у нас, это Су-57. Еще одно стратегическое направление для «Эллары» – сотрудничество с РЖД. Сейчас 40% продукции, произведенной на Чебоксарском заводе, отправляется в структуры российских железных дорог. Наиболее показательный пример – это система управления движением поездов на Московском центральном кольце. Вот сейчас вот телевидение показывает, ласточки там по кольцу, так вот вся система управления железнодорожной автоматики, я имею в виду перегонные системы, они изготавливали здесь. Сейчас активно идет поставка на Байкал-Амурскую магистраль, Транссибирскую магистраль, Сибирь, Дальний Восток. Это все оборудование «Эллары». В перспективе Крым, Крымский мост. Несколько лет назад завод начал осваивать еще одно направление – производство оборудования для теплоэнергетики. В ближайшие 5 лет здесь ждут серьезного роста продаж. Об этом генеральный директор «Эллары» Андрей Углов рассказал заместителю министра промышленности и торговли России. Михаил Иванов побывал на предприятии с официальным визитом. Создали программно-технический комплекс «Сура». Это он автоматизирует технологию выработки электрической тепловой энергии на ТЭЦ. Вот сейчас с силовыми машинами у нас в стадии реализации находится контракт по поставке этих систем управления для Сахалинской станции. Генеральный директор завода всегда подчеркивает, главная ценность предприятия – люди. Поэтому на торжественный вечер пригласили всех работников и даже ветеранов производства, а это более 4000 человек. Награды из рук высоких гостей получили те, кто много лет посвятил заводу, кто вложил в развитие предприятия силы и энергию. Медали «Трудовая доблесть» удостоился Виктор Константинов, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры. На заводе он трудится почти 40 лет. У меня тут сын работает, еще буду дождаться, чтобы внук. Тоже увидите его в белом халате здесь. 50-летие «Эллары» – праздник не только одного завода, но и всей Чувашии, отметил в своем выступлении в Рио глава республики Олег Николаев. Именно такие высокотехнологичные предприятия работают на имидж всего региона.